Прокуратура занялась мертвой лошадью. Напомним, 21 декабря во время праздничных мероприятий на площади Пушкина околела лошадь, которая везла Деда Мороза. Один из жителей города обратился в прокуратуру с просьбой проверить, не пострадало ли животное от жестокого обращения. Материалы были переданы в МВД по городу Иваново. В результате процессуальной проверки были взяты объяснения собственника лошади, конюха, который за ней ухаживал, и представителя администрации города. Также на руках у полицейских оказались результаты ветеринарных осмотров животного в 2013 году. Факт жестокого обращения не подтвердился. Если бы был выявлен факт жестокого обращения с животным, могло бы быть заведено уголовное дело, да? Да, безусловно, было бы заведено уголовное дело, которым бы занимались, соответственно, прокуратура.